Мы начинаем секцию, которая называется «Школьное, среднее, специальное, дополнительное образование как воронка кадров и идей». Меня зовут Роман, я ваш модератор почетный сегодня. Работаю я в компании MyGames и занимаюсь развитием бизнеса. И коллеги в зале и на связи – это Гоухарал Диярова, операционный директор компании Wargaming Red, правильно? Да, ну, профессионал. Илья Семичастнов, МИЭМ ВШЭ, Дмитрий Земцов, ДВФУ, и Андрей Богданцев, ОНО РСВ, с нами на связи сегодня из Москвы. Мы все еще не слышим Андрея, коллеги. Не, он сказал добрый день, как минимум, я видел. Просто я переживаю, что сейчас буду давать слово. И окей. Да, Андрей, можете, может быть, размьютиться? Возможно, у вас в зуме замьючен микрофон. Нет. Так, ну, я надеюсь, что мы наладим технические все вопросы. В силу того, что у нас дискуссия, скорее друг между другом и с нашей уважаемой аудиторией, я бы хотел начать с обычного и простого вопроса про школьное образование как первую ступень. Есть разные мнения. Можно начинать со школьной скамьи учить, да, нельзя начинать, потому что кто-то считает, что профессия там, и в конце концов человек осознанно приходит к выбору профессии только после последнего курса института, кто-то даже дольше, как я, например, да, потому что я свою профессию получил только потом. Заходите, коллеги, пожалуйста. Как вы думаете, есть ли смысл начинать со школы, учить геймдеву, или нет смысла? Илья вызывается, пожалуйста. Спасибо, Роман. Я бы хотел свой небольшой, давнишний относительно опыт рассказать о работе в школе в геймдеве. Так уж получилось, что года примерно два назад МИЭМ НЮВШЭ сотрудничала с тогда еще не очень известной кибершколой в Москве, у которой главное УТП было, что они в рамках базовых дисциплин учат киберспорту. И когда встал вопрос, киберспорт — это, конечно, круто, но там есть слово «спорт». Вот, как бы оправдать это? Мы предложили, в свою очередь, ввести дисциплину. Она была больше как школьное такое ДПО, я бы сказал, по разработке игр. Мы сначала апробировали теорию в рамках летних школ, читали мастер-классы, развлекали ребят как могли и мотивировали их изучать игровую индустрию и разработку. А потом, когда у нас все неплохо получилось, мы запустили годовой курс по разработке игр. Я его вел, это был 10 класс, и я учил C-Sharp, причем это была такая полуинститутская программа, прям по языкам программирования. Ну, жестко было, я вам сразу скажу. Вот, и, соответственно, Unity. И вот по моему субъективному опыту, я сейчас не хочу никого обидеть, но я бы очень даже бы рекомендовал ребят вводить в игровую индустрию и вообще по разработке игр уже со школьных лет. Потому что, дабы избежать так называемых осечек, я поясню, что я имею в виду. Как вот все прекрасно знают, тут присутствующие, разрабатывать игры — это очень сложно. И игровая индустрия часто пускает пыль в глаза очень красивой картинкой и очень красивыми историями, но когда дело доходит до реальной разработки, то очень много ребят отваливается, потому что понимают, что это не их.
И если мы начнем, возможно, тоже в рамках того же ДПО, поддержки вузов, школ, вообще доносить, да, ребят, что такое настоящая разработка игр, ведь разработка игр, она даже порой бывает сложнее, чем любая разработка в IT-сфере, это не секрет, то, возможно, мы воспитаем специалистов более качественных, которых захотят брать, которые будут мотивированы, потому что специалисты, которые мотивированы в первую очередь, которые прям горят своей идеей, которые живут прям этой идеей, они меньше выгорают, я считаю, и меньше подвержены профессиональным стрессам. Вот. Поэтому, резюмируя то, что я сказал, конечно... Recording stopped. Меня начали записывать. Резюмируя то, что я сказал, еще раз повторюсь, нужно преподавать разработку игр. Это, конечно, вопрос такой, опять же, дискуссии, что такое разработка игр, потому что некоторые скажут, там, вот это дизайн. Я со своей стороны скажу, что это в первую очередь программирование, потому что все держится на коде. Менеджеры возразят что-то другое. Но, конечно, если мы придем к какому-то консенсусу, как это нужно доносить до ребят, чтобы им еще было не скучно, потому что школьники от студентов очень сильно отличаются, вот, то кадры, которые мы воспитываем, будущие, будущих специалистов, они будут более качественнее. Спасибо. Отвечая на поставленный вопрос, я хочу сказать, что, конечно, да. Ну, ни для кого, наверное, не секрет, что игровые компании проводят презентации, экскурсии, приглашают детей с 8, 9, 10 классов уже посетить компании разработки, посмотреть, как это все устроено. Мы рассказываем о том, какие отделы у нас есть, каков процесс разработки, что такое на самом деле анимация, сколько часов занимает всего лишь проход по одной какой-то локации даже не первостепенного персонажа у специалиста, например, анимации. Мы шутим с HR-сотрудниками нашей компании о том, что раньше мы приходили на второй-третий курс и присматривали потенциальных сотрудников. Потом мы пошли дальше, на первый-второй. Сейчас мы уже, когда приглашаем на экскурсии школьников, мы так смотрим и намного больше говорим о том, что у нас есть много вакансий интересных и так далее. Всем, наверное, известно, что есть Яндекс.Лицеи не только в Москве и во всех регионах и в бывших республиках Советского Союза для учеников 8 и 9 классов. Поэтому я думаю, что теперь не то, что в школы, мы будем заходить в детский сад и говорить, посмотрите, вот этот мальчик, он так собирает конструктор, что у него явно развиты вот скиллы, наверное, художника, да, вот этот вот уже сложил палочки для счета, и возьмем его в программисты. Но если немножечко подойти к вопросу с другой стороны, я мама, моему ребенку 12 лет, и я понимаю, что ее нельзя пугать словом «учить», ее можно только привлекать. Да, не создавая вот этого эфемерного мира, да, что там все прекрасно, единороги и бабочки, объясняя ребенку, что это сложная работа, сложнее, может быть, многих, но в то же время именно привлекать и профориентировать вот то, что нужно, наверное, мне как родителю, чтобы уже, да, класса с 8-го, 9-го она пробовала себя, имела такую возможность попробовать себя и понимала, куда ей интереснее всего идти. Коллеги, как у вас настроено? Да? Ну, я или Андрей? Андрей? Коллеги, слышно меня? Да, спасибо. А можно вопрос повторить, потому что переподключался, я готов включиться в дискуссию. Спасибо. Спасибо большое, да, отлично, Андрей, наконец слышно. Вопрос у нас достаточно простой был, мы в силу
тематики нашего форума про образование и игровую индустрию, задаемся вопросом, а есть ли смысл со школьной скамьи давать возможность школьникам участвовать, нести образование в школу именно про геймдев, разработку видеоигр? Или, может быть, это рано? Или, может быть, это уже, наоборот, поздно, и как Гаухар шутит здесь, давайте в детский сад зайдем, пока еще не поздно, и скажем им, чем им заниматься, да, там, инженерией или видеоиграми. Относительно школьников, да, старшего школьного возраста или среднего школьного возраста, как вам кажется? Здесь мне кажется, что совершенно не поздно привлекать школьников. Наверное, нужно только определиться с возрастом. Я склоняюсь к тому, что это должны быть не старшие школьники, потому что в старшем школьном возрасте 10-11 класс ребята уже более определены с будущей профессией, заточены под определенное решение тех или иных задач. Но, может быть, они более четко могут сформулировать свой запрос. Запрос будет более рациональным, но, как мы понимаем, во многом все, что связано с играми, это эмоция. Эмоцию проще формулируют школьники помладше. И вот это вот сочетание рациональности и эмоций, которое есть еще в среднем звене, более выраженное, то я сторонник того, что начиная где-то с 7-8 класс – это тот возраст, который максимально можно и, на мой взгляд, даже нужно вовлекать, потому что, с одной стороны, мы будем видеть запрос самих ребят, а с другой стороны, они могут сами создавать определенный продукт и участвовать в разработке того или иного продукта. Спасибо большое. Дмитрий, я слово тебе передам. Ты-то знаешь, как их вовлекать как раз? Ой, смотрите, мне кажется, что здесь более интересный вопрос. Исходно Роман поставил про смысл. То есть ли смысл геймдев приносить в школу? И поскольку я здесь представляю не игровую индустрию, а скорее систему образования, то я как раз из ее логики попробую ответить, потому что так-то понятно, что вообще в индустрию чем больше и лучше кадры попадут, тем лучше. Вот, но школа, она же все-таки исходно не профессиональное образование должна давать, она должна по замыслу, по общественному ожиданию, она должна формировать общие такие полуфундаментальные, полусоциальные компетенции человека, который просто подготовлен к взрослой жизни. Тогда возникает вопрос, действительно ли разработка игр готовит тебя к какой-то взрослой жизни. И в лоб, если отвечать на этот вопрос, то ответ, конечно, будет общественно одобряемый нет. Что на самом деле нужно учить математику, физику, нужно обществознание изучать, как-то учиться трудиться, учиться выполнять домашние задания, как-то организовывать свое время, и вот с этим ты багажом ты выходишь из школы. Но мы при этом все понимаем, что ни одна педагогическая технология, она несовершенна, и во многом те технологии, в которых мы работаем, они обусловлены административно и организационно. Ну, то есть просто в какой-то момент Каменскому показалось максимально эффективной моделью модель класса, в которой один учитель, много учеников, они делают примерно одно и то же, и поскольку они еще и по возрасту примерно одинаковые, то, скорее всего, это дело не одного и того же, но на них примерно одинаковый эффект оказывает, и ты можешь экономить усилия учителей, и можешь какие-то организационные другие усилия экономить. Но понятно, что в тех условиях школа строилась так, и мы сейчас наследуем эту модель. Но вообще уже в начале прошлого века Джон Дьюи, он американский такой философ и педагог, его последователи, они обозначили проблему, что в школе очень много знаний дается, они не ложатся в систему, и поэтому надо найти какой-то способ, когда человек будет вообще понимать, зачем он осваивает физику, математику, для чего это нужно. И ответом у Дьюи был ответ, что нужно проект делать. То есть нужно, чтобы человек в школе что-то делал, и для этого ему нужно было знать какие-то разделы математики, физики и прочего, и прочего. И по моему ощущению, ответ на вопрос, зачем геймдев в школе, он вот где-то здесь лежит. Потому что для школьника сделать компьютерную игру – это максимально простое и понятное
максимально простой и понятный образ делания чего-то до результата, по которому ты еще и обратную связь получишь, там сам поиграешь, там с сверстником покажешь, будет там прикольно. И ну, вообще, если говорить о каком-то проектном задании для школьника, вокруг которого может строиться его жизнь, сделай игру, это самое вообще понятное, что можно ему предложить. И если так смотреть на модель привнесения в школьную систему разработки игр, то это очень понятный школе язык, очень понятный родителям и школьникам язык, но тогда нужно вкладывать еще какое-то количество интеллектуальных сил, приходя в школу, в то, чтобы действительно вокруг игровой разработки собирались разные более сложные школьные задачи. Ну вот, как бы мой личный опыт, у меня сын в какой-то момент в первом классе начал пытаться делать игры на скретче, и в процессе с ним обсуждения того, что там, как сделать так, чтобы котик пошел не вправо, а влево, обнаружилось, что он без проблем понял, что такое отрицательные числа, хотя они там проходят их в школе значительно позже. Ну, просто потому, что он же вот, дальше нуля, он туда вправо идет, а влево как? Ну, там минус один. И вот такого типа схватывания сложных теоретических концепций вокруг практического проекта, по-моему, это на самом деле очень правильный язык для того, чтобы со школой говорить, что такое геймдев, зачем он нужен. И более того, мы вот с коллегами и с Романом, и с многими, кто здесь присутствует, уже этот эксперимент проводили. Мы же 2 года назад запустили в Олимпиаде национальной технологической инициативы. Кстати, она сейчас будет называться Национальной технологической олимпиадой. Ее оператором с этого года будет Высшая школа экономики. И я думаю, что мы здесь и с Ильей тоже найдем какие-то правильные точки пересечения. Вот в ней трек по геймдеву оказался самым легким с точки зрения привлечения людей. Потому что мы его запустили, я помню, накануне Нового года, а задача нужно было первый этап порешать в новогодние праздники. И мы там 1000 человек собрали, или команд 1000 было, кого там 1000 было? По-моему, команд. Тысяча человек. Первый профиль, первый раз, без рекламы, без всего, это был эксперимент, мы хотели проверить гипотезу. И вот завершая мое такое затянувшееся немного выступление, я лично считаю, что вообще для того, чтобы в школу прийти с каким-то пакетом технологических проектов и для того, чтобы звать ребят в технологическую, цифровую, разработческую какую-то сферу, нет более легкого пути и более правильного, чем в качестве пропедевтики им предлагать разработку игры. Дальше они могут там куда-то в робототехнику пойти, еще куда-то остаться в геймдеве, но если бы мы сумели взять, например, в школах и сказать, что у вас на информатике вы разрабатываете игры и на технологии, а Олимпиада по технологии, там, начиная с 8 класса, включает в себя трек по разработке игр, мы бы уже лет через 5-10 не узнали студентов университетов, которые поступают на IT, потому что они были бы существенно глубже погружены в весь этот пакет решений. Но их пока мало, это же. Но их мало. Если это воспринять как системное изменение в образовании того же масштаба, как было изменение, когда появилась информатика вообще в школах, это был бы ход, существенно меняющий ландшафт образовательный. Спасибо. Спасибо большое. Такой вопрос, он немножко за пределами темы, но очень интересно послушать. Нас там, коллег, вот мы же понимаем, что все равно до сих пор есть еще демонизация, да, есть такая стигматизация разработки видеоигр, несмотря на то, что мы в федеральных вузах эту повестку достаточно, ну, неплохо отрабатываем и форумы собираем, да, несмотря на то, что это самая крупная развлекательная индустрия, которая по оборотам обогнала кино, телевидение, там, музыку, все остальное. Но если говорить про именно вопросы школьного образования, да, надо нам бороться с этим, с этой стигматизацией, или пусть оно идет своим чередом, и просто поколения сменяются, и вот когда уже там еще одно-два поколения сменится, уже все будет хорошо в этом плане. Илья, как думаешь? Меня слышно? А, отлично. Да, Роман, спасибо за вопрос. Тут, вот как подчеркнул слова Дмитрия, он сказал правильно, в игровую индустрию достаточно легко привлечь людей. Но их, мне кажется, легко привлечь, потому что как раз игровая индустрия до сих пор является запретным плодом. Если мы его, скажем так, легализуем,
то, возможно, игровая индустрия станет не такой уже и востребованной. Поэтому я бы на самом деле боролся с этим, но в меру. Вот. Потому что в первую очередь нужно объяснять родителям в школах, что игровая индустрия — это в первую очередь дизайн и в первую очередь программирование. Это стык этих двух сфер. И это, возможно, аукнется потом, через годы, какой-нибудь другой специализацией или какой-нибудь другой карьерой потенциального, опять же, выпускника вуза. Поэтому, опять же, боремся, но в меру. Окей, боремся, но в меру, Гухар. Я вот только всегда прошу не забывать о том, что это не только дизайн и программирование, это еще и нарратив, это еще и сценарий. Соответственно, мы можем рассказывать широкой аудитории о том, что это еще и знание литературы, и русского, или какого-либо языка, и понимание языка, и понимание сценарных механик. Может быть, тогда мы чуть шире аудиторию охватим, чтобы немного бороться. Мне кажется, что в том окружении, в котором я, конечно же, уже нет ощущения запретного плода, но тут, конечно, есть специфика того, что весь мой круг общения — это в основном геймдев. Но мы, конечно, мы видим после каждого негативного события, игры во всем виноваты, до сих пор такие статьи появляются, хотя давно есть исследования о том, что как раз-таки игры приводят к снижению агрессии человеческой, к какой-то разрядке. Наверное, нужно больше говорить не только о шутерах, не только о гонках, не только о каких-то жанрах, которые могут несколько настораживать старшее поколение, настораживать родителей. Может быть, стоит больше рассказывать о таких играх, которые вот как раз последние годы так выстреливали, с глубоким сюжетом, с хорошим нарративом, когда и самим родителям, возможно, очень интересно. Да и поколение сменяется уже сейчас, да, то есть уже сейчас люди 30-40 лет, это те самые родители. Вот, и с ними уже точно не надо бороться, им уже ничего не надо объяснять. Андрей, как представителю такой большой платформы, федеральной, нашей российской, насколько вообще надо ли бороться и объяснять? Потому что это же вопрос не только в родителях, это вопрос в части коллег, которые задействованы в государственной системе. Постоянно слышим комментарии, я тут с Гухар согласен. Как вы считаете? Я убежден, что бороться не надо, а вот убеждать необходимо. И даже скорее не столько убеждать, сколько вести как раз-таки ту самую просветительскую деятельность и доносить, что разработка игр — это, по сути, междисциплинарность. И то, о чем говорили, что здесь и дизайн, здесь и программирование, и знание русского языка, иностранных языков, литературы, умение написать сценарий — это ведь, по сути, так можно сравнить, можно поженить физиков и лириков в одном лице. И вот если мы будем доносить о том, что игры расширяют, а особенно разработка игр, расширяют определенный кругозор, расширяют определенные горизонты мышления школьника и позволяют как раз-таки показать взаимосвязь абсолютно всех направлений, который ребенок изучает в школе, то это и позволит все больше и больше игры показать, проиллюстрировать, что не от них исходит то зло и те трагические ситуации, которые происходят у нас и в России, и за рубежом. И как раз-таки вопрос агрессии — это не вопрос компьютерных игр, а вопрос различным той или иной модели поведения в обществе. Спасибо, спасибо большое. Дмитрий, переубеждать, бороться, может, вообще ничего не надо делать? Мы с тобой тоже обсуждали как-то в кулуарах это. Я, честно говоря, не чувствую этой проблемы, несмотря на то, что мой круг общения — это не геймдев, а скорее образование. Вот разговоры, подобные этому, они происходят периодически в образовательной среде.
Но мало кто говорит о том, что игры — это плохо. Я бы скорее... Ну, то есть понятно, что есть какие-то социальные слои, которые считают, что там, Quake 2, который они видели когда-то в компьютерном клубе, как бы до сих пор влияет на неокрепшие умы. Но это та аудитория, с которой мы редко сталкиваемся. Скорее, проблема в том, что к играм относятся несерьезно. И к вообще предложению «давайте мы будем игру вносить в образовательный процесс» относится не со страхом, а с таким... Как коллега из мира сегодня, так из нормальных вот этих вот, когда приходили. Угу. Из реальных бизнесов. Да. Ну вот, наверное, да. И вот здесь, мне кажется, какая-то апологетика, она должна более сложно строиться. И это вопрос о том, какое место игры вообще будут занимать в человеческой культуре, и пока мы не уже занимают и будут занимать, и пока мы на этот вопрос не научимся серьезно отвечать, мы к играм серьезного отношения не получим. Я-то, честно говоря, считаю, что у игр парадигмальный статус может быть. Мы же сейчас так объективно и в менеджменте, и в программировании, в цифровой трансформации, везде мы наследуем Стаффорду Биру, Нортону и другим идеологам кибернетики, которая заложила определенный набор таких, сетку координат для нас построила, в которой мы мыслим о том, что такое вообще информация, что такое управление, что такое управляющая система, управляемая система. Мы университеты строим по кибернетическим принципам, хотя кибернетика, она же принципиально как модель сильно упрощает реальность. Например, модель свободного агента не заложена базово в кибернетику. В то время как мы, когда занимаемся реальным управлением, мы работаем с живыми людьми, которые свободно принимают свои решения. И в этом смысле люди, которые способны разработать многопользовательскую компьютерную игру, охватывающую сотни тысяч человек хотя бы, они лучше, чем выпускники школы менеджмента, понимают, что такое управление большими человеческими системами. Потому что выпускники школы менеджмента основываются на не той парадигме. И если с этой стороны хотя бы посмотреть на то, что такое разработка игры, то мы за ней увидим потенциал к смене парадигмы в мышлении вообще далеко за рамками просто разработки игр. И там, понятие из разработки игр потенциально на горизонте 10, 15, 20 лет они могут где-то заменить вообще теоретические концепты, которыми мы мыслим о том, как управлять большими человеческими общностями, как организовывать их деятельность людей между собой. Поэтому пока мы об играх, закругляем мой ответ, не думаем в надигровой логике, не пытаемся ответить на себе на вопрос, какое место игра занимает в человеческой культуре и будет дальше занимать, мы будем сталкиваться с отношением к игре как к чему-то несерьезному. А когда комьюнити начнет выходить вот в этот метапласт обсуждения, появятся темы для разговора с профессурой, с академиками, с лидерами мнений из других сфер. И постепенно, через, повторюсь, 10-15 лет, об играх мы будем говорить совсем в другом ключе. И вопрос о том, как нам защитить игры от каких-то странных популистских атак, его просто не будет. Спасибо. Спасибо. Очень интересную тему затронул ты, да, относительно того, как на них смотреть, потому что, к сожалению или к счастью, происходит подмена понятий, и то, о чем ты говоришь, это, по сути, метаверс, и то, куда игры сейчас едут и будут деваться. Но, опять же, из-за популизма термин становится, как это, заезженным, да, застиранным, и не хочется его сейчас касаться. Вот. Коснуться хочется следующего вопроса. Среднее специальное образование. ПТУ, да, которые раньше были, все знают шуточную расшифровку этой аббревиатуры, обидную очень, и благодаря этой шуточной обидной расшифровке в целом
институт средних специальных учебных заведений и очень сильно в свое время был дискредитирован. Сейчас, слава богу, есть большие организации, да, и AllSkills, да, и куча наших коллег, которые популяризируют и правильно делают, и рассказывают о том, что среднее специальное образование взамен, допустим, опять же, профориентационных курсов, или не взамен, или в дополнение, это очень классная штука. Но почему-то никто не делает, или кто-то делает, но в очень малых объемах, да, сегодня кто-то про колледжи говорил, именно в области разработки видеоигр. Я знаю только одну компанию, которая очень серьезно за это взялась, и благодаря этому получает себе большое количество специалистов в штат. Компания Bytex из Саранска, которая действительно очень плотно занимается средними специальными учебными заведениями. Поэтому вопрос звучит так. СУЗы, да, вот среднее специальное образование. Что надо сделать, чтобы расширить это направление? Илья, есть такое мнение какое-нибудь? В видеоигровом, именно в направлении подготовки специалистов для разработки видеоигр. Честно говоря, насчет мнения я сейчас задумался очень сильно. Вот. Но на самом деле, лично мое мнение, я не совсем брал бы разделение именно на среднеспециальное или среднее образование, потому что ресурсы, как по мне, все равно именно технологические, они применяются везде одинаковые. Преподавательские ресурсы, конечно, обучающие ресурсы, они разнятся. Но вот как вы уже упомянули, тут получается, что все мифы уже развеяли почти. Поэтому барьер почти все преодолели в этом плане. Я бы на самом деле сделал бы небольшое лирическое отступление и просто бы затронул тему, а как нам вообще измерить, эффективно ли мы преподаем разработку игр, и даже вот в школах, например, потому что вот игры — это целиком такой творческий процесс. Разработка игр — это целиком творческий процесс. Если сейчас говорить о других сферах IT, грубо говоря, построение каких-нибудь моделей математических или алгоритмов, всегда можно измерить их эффективность. А эффективность разработки игр заключается в том, соберет, ну, в основном, я сейчас немножко таким бытовым языком скажу, но соберет ли игра своих зрителей, продастся ли она и так далее. Но вопрос, если мы даже в средних специальных учреждениях, в среднем образовании ставим в рамках обучающей деятельности разработку игры, мы закладываем в нее некоторое MVP уже, хоть какое-то, минимально жизнеспособный продукт, любой. Вот вопрос, который очень глубокий, а как измерить эффективность обучения и итоговых результатов этого MVP? В СУЗах очень просто, это количество людей, которые устроены, потому что это ремесленное училище, по сути. Вот. Я Гухар, да, я вижу, как бы это, значит, у вас академия, но это, по сути, оно и есть. И это тоже такой ПТУ при варгейминге. Прости, пожалуйста. Именно, за такое. Да, нет, на самом деле очень зря. Сейчас, мне кажется, нет уже негативного вот этого флера к этим буквам ПТУ. На самом деле. Дети, ну да, наверное, они еще дети, да, самостоятельные и дисциплинированные, безусловно, которые идут уже конкретному ремеслу обучаться или конкретной профессии, никто же не ограничивает их потом, они могут пойти дальше и высшее учебное заведение. Но я просто буду логичной, что если среднее учебное заведение хотя бы немножечко тоже начнут вот как-то глобально, да, рассматривать действительно как междисциплинарную или, может быть, какую-то узкую специализацию, которая будет в рамках игровой индустрии, то мы с удовольствием тоже придем, будем помогать, как и компании некоторые уже делают,
Потому что, да, эффективность, я думаю, в том, что а хочет кто-то этого специалиста взять потом на работу или нет? А какой процент из них действительно приходит в игровые компании и остается в игровых компаниях? Насколько они готовы работать и продолжать свое развитие? Вот, наверное, такой ответ. А так мы, так как мы на предыдущий вопрос отвечали, что мы готовы уже и со школьной скамьи, то мы только счастливы будем, если СУЗы будут активнее рассматривать игровые дисциплины в рамках своего учебного плана. Спасибо большое. Андрей, WorldSkills входит в программу РСФ, насколько я понимаю, да? Да. И ну, коллеги достаточно активно продвигают специализированные направления, да, и специальности отдельные, там, тестировщик видеоигр. Что надо сделать остальным участникам индустрии для того, чтобы расширить эту парадигму, да, и для того, чтобы большее количество компаний, да, было задействовано и большее количество специальностей? На мой взгляд, здесь должен быть такой диалог с партнерами, как есть практика в высшей школе. Я думаю, здесь Дмитрий меня поправит, если я не прав, когда компании создают свои базовые кафедры на базе университетов, то, может быть, здесь стоит пойти примерно по такому принципу и создавать отделение по тому или иному направлению подготовки на базе профессиональных образовательных организаций компаниями, разработчиками игр. И есть большие примеры, и такие яркие примеры, когда у нас на базе ведущих вузов есть факультеты профессионального обучения. Может быть, стоит и с этой стороны подойти. Как раз-таки я здесь соглашусь, что у нас был период такой негативной коннотации, когда мы слышали профессионально-техническое училище, ПТУ, то сейчас ну, практически этого нет. Может быть, каких-то определенных, по определенным направлениям подготовки, и средний балл аттестата подчас такой, что только практически отличники, либо там имеющие 1-2 четверки могут поступить на обучение в колледже. То есть часто туда идут абсолютно осознанно, идут ребята с высоким уровнем мотивации, и я думаю, что компаниям-разработчикам стоит повернуться к лицом и действительно пойти по пути создания базовых отделений своих на базе образовательных организаций такого типа. Спасибо огромное. Дмитрий, что, смотри, вот как со средними специальными заведениями, что лучше, сначала обучиться в профессиональном образовательном заведении, а потом пойти в высшее образовательное учреждение? Или надо как-то разделять и относительно вот этого всего? Видишь, Роман, я, честно говоря, небольшой специалист по ПТУ, но есть гипотеза. Она, наверное, отвечает не совсем на твой конкретный вопрос ко мне, а в целом продолжает дискуссию. Вопрос же в том, по каким причинам люди выбирают ту или иную траекторию жизни. И вот университет – это некая в России норма для тех людей, которые хотят повышать свой социальный статус. Ну, то есть считается, что если ты как бы хочешь как-то расти, ну так в обществе пока что это мнение еще доминирует, то ты должен иметь высшее образование. А среднее образование, ну, благодаря реформам последних лет, получило другой имидж, но тоже ценный. Это имидж стабильности. То есть есть консенсус у разных поколений, у разных социальных страт, что поступая в среднее образовательное учреждение, ты получаешь какую-то профессию, которая будет существовать еще какое-то разумное время, ты будешь получать там нормальную зарплату, и в принципе у тебя в жизни все будет норм. И этот консенсус, что важно, он существует одновременно между людьми, которые поступают сейчас в так называемые ПТУ, хотя они так не называются уже, вот, их мамами, их бабушками, и все они более-менее понимают, что если ты идешь на сварщика, и еще и там чуть выигрыш какие-то соревнования, то, ну, в принципе, у тебя жизнь будет устроена. И в этом смысле
игровая индустрия, она пока в этом консенсусе не представлена, потому что гипотеза о том, что ты можешь всю жизнь быть гейм-девелопером, гейм-разработчиком, гейм-программистом, кем-то еще, она у бабушки ее пока нет. Ну, не в массе своей. Хотя я могу и ошибаться. И это на самом деле вопрос какой-то правильной социологии. И если ее правильно провести, то, возможно, появится ответ на вопрос, нужны ли геймдизайнерские ПТУ. Спасибо. По социологии мы недавно делали исследование в MyGames совместно с ДВФУ. У нас вообще народ не знает, куда пойти учиться, несмотря на огромное количество образовательных программ и высших, и курсов, и всего остального. 45%, по-моему, отвечают респондентов, что мы не знаем, как попасть в игровую индустрию и где поучиться. Выключилось что-то. Да, почему-то. У меня убрали, видимо, чтобы я тебя не перебивал, да, что ты модератор. Вот, но вы же социологию проводили по абитуриентам потенциально. То есть молодежь, куда вы будете поступать. А я говорю о другом, что на самом деле мы же с вами имеем дело с не возникшей еще, а возникающей отраслью, которая приобретает какие-то новые свои черты, какие-то новые характеристики. И если мы говорим, что давайте мы наиболее стабилизирующую сферу образования построим под задачи этой отрасли, то важно ответить на вопрос, насколько тяжело это будет делать и насколько действительно в обществе есть или нет готовности воспринимать разработку игр как отрасль, разработку игр как стабильную отрасль и разработку игр как отрасль, которая эту стабильность сумеет пронести через десятилетия, потому что люди, которые поступают в условно ПТУ, они поступают туда, потому что им хочется один раз отучиться на сварщика и дальше спокойно, чуть-чуть там повышая свою квалификацию, дальше уже не думать о том, будет ли у тебя работа. Ну, возвращаясь обратно к нашему примеру с WorldSkills и Bytex, как раз коллеги очень хорошо этим не воспользовались, да, как правильно сказать, это все организовали, и там как раз история про Саранск и про то, что они работают с местными средними учебными заведениями и, собственно, на всю жизнь устраивают тестерами. Ну, или не на всю жизнь, но так или иначе. Настало время вопросов из зала. У нас опять по таймингу есть время на один коротенький вопрос, и задавший его получит книжечку и футболочку. Пожалуйста, у нас есть. Я занимаюсь обучением детей в Кванториуме, именно вот в VR-AR направлении. И на самом деле для них это очень важный вопрос, куда идти дальше. Есть ли какой-то общий ресурс, где, ну, который можно посоветовать детям? Наверное, отвечу я. Общего ресурса я не видел и не знаю. Есть исследование, на котором собраны все программы и курсы, и вузы, и средние учебные программы средних учебных заведений, но его найти достаточно сложно, потому что это было исследование, да, если поискать MyGames и ДВФУ, там списочек в поисковой системе появится. Но это хороший вопрос и хорошее руководство к действию, потому что, наверное, нам надо этот список, да. Дмитрий Игоревич, вот куда ты хочешь, то... Слушайте, ну для кванториумов, я не знаю, насколько для учителей это актуально, но для детей это как раз самое время сейчас идти на Олимпиаду национальную технологическую, регистрироваться там по игровой тематике, по VR, все есть. Более того, мы же вот с коллегами под все эти профили делали даже онлайн-курсы, чтобы ребята могли там чему-то доучиться. Поэтому, если речь не о исследованиях для вас, о чем Роман говорит, а для о материалах для ребят, то мы по необходимости, потому что нас Совет Олимпиад школьников просто третирует, если мы это не делаем каждый год, мы собираем пакеты материалов, на которых можно и вне школы обучиться тому, как разрабатывать игры или разрабатывать VR-приложения. Так что добро пожаловать на Олимпиаду, Кванториум и наши партнеры традиционные.
Думаю, что в этом плане все будет хорошо. Спасибо большое. Спасибо, коллеги. Можно я добавлю чуть-чуть? А, да, пожалуйста. Пожалуйста. Да, я хотел бы добавить, в свою очередь, как факультет МИЭМ Высшей школы экономики, мы, например, поддерживаем обучение разработки игр школьников. Соответственно, у нас есть такие направления, как инженерные классы. Обычно это C-Sharp и Unity. Вот самое такое... с низким порогом вхождения, можно так сказать, относительно. Если уже школьники занимаются AR/VR, куда им идти? Конечно же, идти на игровые джемы, хакатоны, чтобы продемонстрировать свои возможности. В свою очередь, мы как раз проводим такие хакатоны. Да, я вот взяла микрофон не для того, чтобы снова рассказать про Wargaming Академию, где мы тоже предоставляем образовательные услуги. А это хороший вызов на самом деле, друзья. А может быть, стоит, несмотря на конкуренцию? Нет? Почему ты качаешь головой? Все-таки организовать какой-то один ресурс, куда могут прийти люди и узнать о возможностях образования вот с 18 лет. Давай. Вы задаете вопрос про работу? Нет, видишь ли, про образование. У меня джетлаг, а не у тебя. У тебя он прошел вчера. Если просто не просто говорить, почему бы и нет? Это хорошая идея. Нужна площадка для того, чтобы собирать всю информацию и консолидировать ее, и в том числе собирать информацию по вакансиям в индустрии и соединять это все. Россия – страна возможностей. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги. Хорошая дискуссия. По времени опять чуть-чуть не уложились, но следующая через 5-7 минут панель состоится в этом же зале. Большое спасибо.